концертом «Свято Стангвея». Это необычный концерт и необычное свято. В Украине нет таких свят Стангвея. 3 года назад так повезло нашей школе, и мне лично, и всем нам, и педагогам, что ровно именно 19 декабря 2017 года в 12 часов дня у меня зазвонил телефон, и меня поздравили с праздником Святого Миколая. Счастливый миг в моей жизни. Я не знал, что будет в будущем, но познакомился благодаря этому звонку я с удивительным человеком. Он сегодня сидит вот в зале, присутствует на этом концерте. Владимир Александрович Гриненко. Вот он. Я его приглашаю вот сюда на сцену, чтобы вы все-таки посмотрели на этого удивительного человека, который за эти 3 года подарил нашей школе 8 Стангвеев. Вот где вы еще найдете такое чудо в Украине? Нигде. И причем вот у него такая душа и такое доброе сердце, и так он любит музыку, и рояли Стангвея, и звук Стангвея, и детей. Ну, в общем, он влюблен в процесс музыки, и он мечтает, чтобы наша школа получила Stanway School, первая в Украине. И он мечтает, чтобы еще в следующие 3 года мы в каждом классе еще по одному Stanway, 8 Stanway, да, в наших планах? 7 классов? И Stanway в малом зале. Ну, это я тоже мечтаю. Я думаю, что это случится, потому что, ну, вот... будет настоящая Stanway School. Он пошел дальше, сегодня он мне тоже в 12 часов позвонил. И говорит, Владимир Николаевич, я мечтаю, чтобы в Украине все школы имели Stanway. Все школы. Понимаете? И это только початок. Початок вот меценатства, початок благородного отношения. Вот это главное, это же все-таки культура. Ну, пушки, самолеты, там, вертолеты, танкеры, бульдозеры, это все, знаете, то, что не нужно человечеству, абсолютно. А культура нам очень нужна, и музыкальная культура тем более очень нужна, потому что она, собственно, вот делает человека человеком. Так что я от вашего имени, я просто благодарю судьбу, что она вот связала. Вот он, понимаете, мы как родные с ним, вот, честное слово. Вот у него примерно такая же судьба, как у меня, ну примерно, плюс-минус. Он мне как сын, вот у меня сын вот Владислав, и дочери, и у него тоже 3 детей. Вот понимаете, вот мы родственники по жизни, по любви, по отношению к делу, вот, преданности своему делу. И в результате вот мы имеем праздник Stanway School. Может быть, несколько слов скажете? Да, конечно. Да. Я хотел сказать, что я рад знакомству с Валерием Николаевичем, и что все то, что я хотел подарить, оно бы не произошло, если бы я не встретил Валерия Николаевича. Потому что я сразу же увидел ту преданность дела, и поэтому то, что я всего лишь даю, а Валерий Николаевич – это работа, работа, еще раз работа. И это, мне кажется, значительно, ну, как сложнее, что ли. Поэтому я только поддерживаю. И здесь сейчас я присутствую, ну, на сцене для того, чтобы, ну, были все, ну, как, не то чтобы уверены, а понимали, что мы, да, постараемся закончить этот проект присвоения школе Old School Stanway, и, соответственно, чтобы, ну, так как сейчас немного, ну, карантин, немного более сложные времена. И уже мы уже планировали в этом году закончить, но это теперь, может быть, чуть-чуть перенесется, но я думаю, что в ближайшее время кто-то поможет, еще кто-то поможет, и этот проект будет все-таки закончен. Ну а потом будем двигаться дальше музычной школой Майбутнева. Я уверен, что это же только початок вот такого благородного отношения к помощи, потому что мы нуждаемся в помощи. Людей, которые имеют большие возможности финансовые, чтобы они помогали. Так что большое вам спасибо от всего нашего коллектива. Ведущая, будь ласка.
Начинаем концерт. Святость Тенвея. Добрый путь. Добрый день. Мы начинаем концерт, присвященный святости Тенвея. Художник керівник концерту, заслуженный діяч мистецтв України Валерій Алтухов. У концерті беруть участь учні Харківської середньої спеціалізованої музичної школи інтернат відділу спеціального фортепіано. Шопен, Лист, Гулянка. Виконує Богдана Василевська, 3 клас, клас викладача Олесь Закляківської. Thank you.
шостий клас, клас викладача Світлани Захарової. Thank you.
сенатор, виконує Валерія Мотора, 8 клас, клас викладачам Наталії Власенко.
Шопен. Ноктюрн Сі мажор. Виконує Анастасія Рут, 10 клас. Клас викладача Наталія Балчева.
10 клас, клас укладача Олесі Закліківської.
єсть мінор, виконує Микола Линник, 10 клас. Клас викладача Наталії Скривцової.
Світлани Захарової. Thank you.
оживленно. То есть из быстрых темпов он что? Самый медленный. Да, чуть-чуть сдержаннее. Очень мужественная музыка. Thank you.
хотела, чтобы я забыл контраст между форте и пьяно, и чтобы форте не было агрессивным, понимаешь? Оно должно быть изящным. Фа-мажор, это тональность пасторальная, она такая немножко детская, какая-то более легкая и юмористическая, мне кажется. Может быть, не такая юмористическая, как изящная. Подожди. Вот когда у тебя здесь пьяно, пожалуйста, изящно, пьяно, и очень таро, вот эти мягкие интонации, понимаешь? Тоже не агрессивничай, здесь все шутливо, что ли, легче, изящнее, да? С тобой нотки называем, да? Помнишь, становись сюда. Давай сюда. Давай. По очереди, да, вверх. До. Фа. Ми. Держи. Фа. Соль. Ля. Си.
садись. Давай, даже сюда. Смеши, ручки. Разрешение.
Thank you.